все о новом качестве жизни, о новом взгляде на жизнь в рубрике «Новое зрение» на канале БУК ТВ. Добрый вечер, дорогие друзья! И я хочу представить вам мою гостью Светлану Алексеевну Шарафанович. Светлана Алексеевна Шарафанович, врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, заведующая хирургическим отделением микрохирургии глаза в городе Бресте. Стаж работы в офтальмологии более 20 лет. Сфера профессиональных интересов. Диагностика глазной патологии, катарактальная хирургия, хирургия глаукомы, хирургия косоглазия, эстетическая хирургия век. Участник республиканских и международных офтальмологических конференций. Член Белорусской ассоциации врачей. Отличник здравоохранения Республики Беларусь. Здравствуйте, Светлана Алексеевна. Рада вас видеть очень. Светлана Алексеевна, мы посмотрели ролик о вашем медицинском центре. Современное здание, современное оборудование, замечательные врачи, доктора-профессионалы. Но все-таки нашему телезрителю хотелось бы узнать о клинике «Новое зрение» немножко больше. Расскажите, пожалуйста. Иностранное предприятие «Новое зрение» представлено сегодня сетью современных офтальмологических центров в Литве, России, Украине, Белоруссии, Великобритании и Норвегии. Опыт клиники более 20 лет. И самая последняя современная клиника офтальмологическая в Европе как раз образовалась в городе Бресте. Во всех филиалах клиники внедрены единые подходы и стандарты к диагностике и лечению офтальмопатологии. Как вы правильно заметили, современное оборудование, высококвалифицированные специалисты – это все в нашей клинике. Но есть еще отличительная черта наших центров, что все здания наших клиник – это исторические места, которые имеют культурное наследие. Наша клиника в городе Бресте находится по адресу улица Советских пограничников, 34, и история этого здания насчитывает более 115 лет. В свое время здесь находилась и гостиница «Метрополь», и подпольная тайная полиция довоенной Польши, и немецкая гестапо, и советский архив. И вот в 2011 году ветхое здание было куплено с аукциона, в него инвестировано более 8 миллионов рублей, и сейчас это современная офтальмологическая клиника. Светлана Алексеевна, а мне бы все-таки хотелось узнать, нашим телезрителям хотелось бы услышать от вас, от специалиста, сколько пациентов видят мир в новых красках благодаря специалистам «Нового зрения». Лариса, мощность нашей клиники рассчитана на 12-13 тысяч посещений в год и на более чем 4 тысячи операций. Конечно, внедрены современные технологии, мы видим перспективу и расширение потоков до 15-20 тысяч пациентов в год. Несмотря на то, что первые пациенты нашей клиники появились только в августе 2017 года, а лицензию на хирургию мы получили в октябре 2017 года, счет операций идет уже не на сотни, а на тысячи. В нашу клинику обращаются не только жители Бреста и Брестской области, но и граждане ближнего и дальнего зарубежья. Иностранцы к нам приезжают уже? Очень приятно получать хорошие отзывы от иностранных пациентов, которые говорят о высоком профессионализме белорусской офтальмологии. Поэтому наша клиника пришла сюда всерьез и надолго. Светлана Алексеевна, давайте вместе с вами посмотрим, что говорят ваши пациенты о врачах, о клинике. Мы специально сняли их интервью. Я вообще, в принципе, доволен. Я вообще не мог только в очках и то плюс 3 только читать. Сейчас я уже могу левым глазом читать. Зрение восстанавливается. Ходили много знакомых, все довольны. Хвалят. Хвалят, очень хвалят само «Новое зрение». Все довольны. Некоторые считают это лучшим выбором, лучшим решением в их жизни. Наконец-то дождались, что в Бресте открылась клиника. Вот и обследуемся, если все хорошо. Надеемся на операцию. Мою работу оцениваю хорошо. Все делают прекрасно, люди приятные. Хорошо, что появилась такая клиника. Классные специалисты, классное оборудование, все отлично. Зрение хорошее. Светлана Алексеевна, сколь много добрых слов, сколь много добрых отзывов о клинике, о специалистах. И это, я считаю, что это показатель вашей работы.
Виталий Антоненко, заведующий хирургическим отделением клиники «Новое зрение», город Минск. Врач-офтальмолог высшей категории. Стаж более 20 лет. Клиническая ординатура по офтальмологии. Сфера профессиональных интересов. Функциональная диагностика сложной глазной патологии. Катарактальная хирургия. Современные методы лечения глаукомы. За время работы выполнил более 25 тысяч операций. Является постоянным участником международных и республиканских офтальмологических конференций и конгрессов. Брестский филиал на сегодняшний день – это наш тоже ведущее учреждение. То есть у нас политика нашей клиники такая, что во всех филиалах мы делаем все точно так же, как это делается в нашей головной клинике в Минске. У нас точно так же обучены врачи, у нас точно такое же самое лучшее оборудование, самые лучшие линзы и, соответственно, самые хорошие результаты. Но чаще всего люди обращаются, пациенты ваши обращаются с таким заболеванием, как катаракта. Давайте поговорим об этом опасном недуге. Мы уже в прошлой рубрике говорили, но все-таки еще раз напомним, что такое катаракта. Вот я даже, наверное, выучила. Катаракта – это когда хрусталик, самая прозрачная линза внутри глаза, мутнеет и зрение радикально меняется. Картинка становится расплывчатой, туманной, двоится и изменяются цвета. Я сейчас попрошу нашего оператора и режиссера смоделировать такую ситуацию и затуманить картинку. Это вот такой, Светлана Алексеевна, эффект. И вот так видеть человек при катаракте и привести нам может к полной потере зрения. Но вернемся к нормальному видению красок. Светлана Алексеевна, расскажите, как в клинике «Новое зрение» помогает людям не ослепнуть? Цель нашей работы – помочь каждому обратившемуся пациенту улучшить свое зрение и качество жизни. Наша клиника занимается, кроме лечения катаракты, диагностикой тяжелых случаев офтальмопатологии, хирургии глаукомы, косоглазия, витриоретинальной хирургии, лазер-хирургическим лечением патологии сетчатки, глаукомы, рефракционной хирургии. В тяжелых случаях врачи нашей клиники имеют возможность онлайн-консультации с врачами других филиалов. За нашей клиникой закреплены ведущие специалисты центрального филиала из города Минска, и каждую неделю к нам приезжают врачи для операции по поводу хирургии глаза и рефракционной хирургии. Хирургия катаракты и замена хрусталика с рефракционной целью – современный и безопасный вид офтальмохирургической помощи, который тщательно отшлифован в клинике «Новое зрение». Все чаще врач и пациент выбирают метод коррекции избавления от всех видов очков путем замены хрусталика даже при отсутствии диагноза катаракта. Метод рефракционной лензэктомии заключается в удалении еще прозрачного природного хрусталика и имплантации в глаз интраокулярной линзы заданной и точно рассчитанной рефракции, которая исправляет все особенности строения глаза – близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопию – и позволяет навсегда избавиться от очков. Светлана Алексеевна, и так уже стало понятно, что вылечить катаракту с помощью таблеток и капель невозможно. От нее можно избавиться лишь с помощью замены замутненной линзы глаза. Но вопрос, конечно, такой очень интересный для всех телезрителей. А сколько стоит операция? По карману ли она рядовому обывателю? Я хочу сказать, Лариса, что цены во всех филиалах наших клиник в Беларуси одинаковы, ориентированы они на среднего потребителя. В нашу клинику обращаются как рядовые граждане, пенсионеры, студенты, учащиеся, так и дети. Формирование цен происходит от того, что мы работаем с прямыми поставщиками офтальмологического оборудования и расходных материалов. И работаем, конечно, с проверенными поставщиками, такими как английская фирма Rainer и американская фирма Alcon. Сегодня можно стимулировать человека заботиться о своем здоровье. Не всегда мы это делаем, но я думаю, что специалисты нового зрения шагают в ногу со временем и предлагают потенциальному клиенту, пациенту и бонусы, и какие-то акции. Я права?
Вы правильно заметили, у нас проводятся периодические акции, и сейчас действует акция с середины февраля на эксимерлазерные операции. Если один глаз оперируем, то стоимость составляет 850 рублей, при хирургии обоих глаз 1000 рублей. И также у нас сейчас действует акция на осмотр детского врача-офтальмолога, стоимость консультации 30 рублей. Хочу заметить, что акция распространяется только на жителей Бреста и Брестской области. Светлана Алексеевна, я знаю, что в медицинском центре «Новое зрение», если человек иногородний, предлагается послеоперационная палата. Своеобразная гостиница существует, так ли это? Да, в нашей клинике на втором этаже есть несколько комфортабельных палат, где иногородний или иностранный пациент может после операции по желанию остановиться, отдохнуть, получить послеоперационный уход в виде инстилляции глазных капель, измерения артериального давления. И уже на первые послеоперационные сутки при удачных исходах, конечно, он может покинуть клинику и ехать домой наблюдаться. Стоимость суток пребывания 90 рублей. Ну, вполне нормально. Светлана Алексеевна, многие телезрители, уже посмотревшие нашу первую рубрику, нашу первую программу, задают вопрос о выдаче больничных листов. В настоящее время наша администрация работает над этим вопросом. Я хочу сказать, что возможность выдачи больничного листа нашей клиникой имеет двойную выгоду. Во-первых, пациент экономит свое время. Во-вторых, мы уменьшаем нагрузку на бюджетные поликлиники по выписке больничных листов. Таким образом, пациент наблюдается и у нас в клинике в послеоперационном периоде, и вынужден приходить в поликлинику по месту жительства к доктору, который ему выдал больничный листок. Двойная нагрузка, да? Двойная нагрузка, это не совсем удобно, поэтому, я думаю, Лариса, вопрос выписки больничных листов – это вопрос времени. Большое спасибо за столь исчерпывающую информацию. Теперь наш телезритель знает о клинике «Новое зрение». Если не все, то очень-очень много. Ну и наши беседы мы и в дальнейшем продолжим, я надеюсь. Пришла пора прощаться, но помните, всегда есть что противопоставить недугу. Ваша настойчивость, ваше желание и помощь профессионалов нового зрения сделают любую болезнь излечимой. Вам здоровья!